Видеообзор котла модели Master X завода Зота. Данные твердотопливные котлы представлены в линейке от 12 до 32 кВт мощности. Они могут поставляться как в комплектации с плитой съемной чугунной для приготовления еды, так и без плиты. Данные модели могут в базовом же варианте комплектоваться декоративным кожухом с базальтовым утеплением, то есть очень симпатичный внешний вид. В данном случае мы рассматриваем модель мощностью 20 кВт. Высота данного котла 70 см, глубина 70 см и ширина 40 см без учета механического регулятора и 50 см с учетом механического регулятора тяги. В чем особенность данного котла? Это двухдверный универсальный твердотопливный котел. Передняя фронтальная дверка позволяет нам получить доступ к объемному бункеру, а также к теплообменнику. Для того, чтобы топливо жужелица не просыпалось, нам в руки установлена чугунная задвижка. В данном котле используются чугунные съемные колосники, которые идеально подойдут особенно для дровяных видов топлива. Дрова, опилки, тырса, всевозможные отходы. Объемный бункер позволяет загружать полено размером до 60 см. Также обращаю ваше внимание на особенность подачи воздуха в данном котле. Воздух подается снизу через зольник на колосники, а также благодаря вот таким вот специальным каналам с такими сечениями. Это так называемая вторичная подача воздуха в камеру сгорания топлива, а также в теплообменник. То есть эти каналы находятся аж до самого верха, до теплообменника. Таким образом происходит более равномерное и качественное сжигание топлива. Теплообменник здесь спрятан за такой задвижкой. Эта задвижка в таком установленном виде препятствует попаданию дыма напрямую, а наоборот требует, чтобы дым максимально больше проходил, нырял вот сюда снизу под лыжу и далее попадал уже в дымоход. Когда нам нужно почистить дымоход, мы вот эту задвижечку снимаем и можем увидеть, собственно говоря, из чего сделан теплообменник. Теплообменник – это такая полка водонаполненная, которая передает тепло. Также это боковые стенки, то есть вот когда у нас дым ныряет вот здесь сзади у хвостовик, он по сути попадает вот в эти боковые две полочки. Здесь все оно охлаждается и проходит их, отдает тепло, и только после этого попадает вот в этот вот круглый дымоходный канал и идет на выход из дымохода. То есть таким образом, в принципе, весьма бюджетном исполнении котла мы получили достаточно многоканальный теплообменник, который позволяет выдать весьма значительное КПД у такого котла. И чистить такой котел весьма удобно, то есть счищать эту полку, а также ершом счищать дымоход напрямую. Далее смотрим конструкцию зольника. Обращаем внимание, что все дверки в котлах завода Зота изготовлены весьма качественным способом. Такие вот ручки-крючки, как в дорогих котлах. Объемная ручка, которая очень хорошо прижимает дверь, которая удобно в руке находится, которую, открыв, мы можем подрегулировать, если необходимо, петли, ригели. Все позволяет, со временем дает усадку, и мы можем все подрегулировать. Зольник объемный, глубокий, огромный. Со временем скопился, выбросили, ставили обратно. Котел может работать как в ручном режиме, то есть в базовой комплектации котел регулируется вручную. Вот такой поворотный барашек регулирует приток воздуха через заслон. Дополнительной опцией данному котлу есть установка механического регулятора тяги. Он устанавливается слева, трехчетвертная резьба, и регулирует приток воздуха заслонки снизу. При повышении температуры заслонка закрывается, при понижении температуры заслонка открывается, приток воздуха возобновляется более интенсивно. По желанию пользователя у модели без плиты можно установить также автоматику, турбину-контроллер. В данном случае дверка зольника будет заменена на специальную дверку под установку турбины, а контроллер уже устанавливается в любом удобном вам месте. Термометр для контроля температуры в котле входит в базовую комплектацию. Он находится сзади котла, вверху.
Он погружной с гильзой, позволяет контролировать температуру теплоносителя системы. Подача котла находится сверху. ДН-40. Обратка котла, также ДН-40, находится сзади, внизу. Тут же присутствует трехчетвертная резьба крана слива подпитки системы. Дымоход у данных котлов диаметра 120. В более мощных моделях диаметр дымохода больше. Отличительной особенностью линейки завода «Зота» есть возможность установки электротена. В данном случае электротен, посадочное место, находится на левой, если смотреть сзади, или справа, если смотреть спереди, части котла, сзади. Заглушка, фланец в базовом комплекте, снимается и устанавливается электротен по желанию пользователя разной мощности. От 3 кВт и более мощные, также однофазные, трехфазные. К данному тену можно установить также блок управления и регулировать процесс уже автоматически, устанавливать нужную вам комфортную температуру, на которой будет работать система в том случае, когда вас нету дома и некому дозагрузить топливо. Для безопасности по всем нормам присутствует заземление. Все котлы и линейки завода «Зота» модели Matrix есть в наличии у компании «Тепло без газа». Всегда обращайтесь, рады будем помочь.